Мясо не доели, ну, надеюсь, доедят сейчас, а то мух, и так уж не знаю, куда от мух деться, потому что постоянно еда, туалет стоит, хотя я его стараюсь почаще мыть, но все равно. И бассейн стоит, никто пока не купается в бассейне, ну, вот, я же говорю, доедят мясо. Вот, и бассейн стоит, никто пока не купается, потому что, ну, с утра нет такой жары, сейчас время 8 часов, и такой жары нет еще, как днем, духотища. Но я на всякий случай все-таки поставила свежую водичку в бассейне, чтобы они могли охлаждаться, когда им захочется покупаться, поплескаться. Вот тут папочка сидит, наблюдает.